Добрый день. Мы приехали пострелять на стрелковой, на стрельбище с инструктором Олегом, который сказал, что он белке в глаз со 100 метров. Меня зовут Андрей, я буду стрелять третьим. На всякий случай, сними лица вот этих людей, которые будут должны что-то бахнуть. Все, а потом это все остальное делается в постпроцессинге.